16 учебно-лабораторных корпусов, научно-клинический центр, ботанический сад – это только часть медицинского университета. Погулять по аллеям, послушать студентов и задать вопросы преподавателям смог любой абитуриент 6 апреля в день открытых дверей. Главное начинается в стенах университета, когда мы уже вместе работаем, когда ваша мотивация, ваше желание вместе с стараниями преподавателей, стремлением дать вам качественные знания, трансформируются уже в оценки, которые переходят в диплом, и тогда ЕГЭ немного забывается, а на первый план выходит то, что получается у вас в университете. Вот над этим мы будем работать с вами вместе всегда. Роман Калинин также добавил, что главное достижение вуза – это уровень его выпускников. И говорить за университет должны именно они, ведь по их рекомендациям друзья и будут выбирать свой альма-матер. Мне это все очень понравилось. Здесь замечательная выставка, хорошие преподаватели. Лично с ними пока что еще не знакома, но по мнению студентов, которые бывших лет, в настоящее время они хорошо о них отзываются. У меня здесь много знакомых и из нашей школы, и из города, в принципе, друзей. Они говорят, что здесь очень хорошие специалисты вырастают. Я впечатлена. Это достаточно огромный комплекс. Выглядит все очень красиво, очень здорово. И мне бы хотелось здесь учиться на самом деле. В университете обучаются свыше 7 тысяч человек, в том числе больше 1000 иностранных студентов. Университет ведет обучение по программам высшего образования. По специальностям лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, фармация, стоматология, клиническая психология. По программам среднего профессионального образования сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело. Ведет подготовку специалистов в ординатуре, аспирантуре и докторантуре. А также предлагает программы переподготовки и усовершенствования врачей. Но наша задача вот на этом этапе, чтобы, наверное, сразу профориентироваться ребят, чтобы они не выбирали какие-то модные специальности, которых и так много, это стоматологи, акушер-гинекологи, а шли в очень интересные, которые сейчас им кажутся мало востребованные специальности, это рентгенологи, неврологи, реаниматологи, да, те специальности, которые потребуются и через то количество лет, когда они будут заканчивать университет. И вот этот этап, он очень важен. Рязанский медуниверситет вошел в число лучших в мире. Он в топ-200 авторитетного международного рейтинга Z в категории здоровья и благополучия. Университет признан на мировом уровне и занимает 29-ю строчку среди 70 российских вузов в мировом рейтинге университетов. По данным отечественных рейтинговых агентств «Эксперт РА» и международной информационной группы «Интерфакс», университет входит в топ-100 лучших вузов России. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».